утро. Сегодня у нас уже четверг, и хочу вам показать свои продажи за вчерашний день. Две из них здесь нету, потому что мне нужно кое-что там постирать. Но сейчас покажу, что продала вчера. Вот эта вот кофточка винтажная, которая у меня уже даже висит недостаточно долго, такая она необычная. Та диснеевская кофта, которую вы помните. А я вам не показала. Форт Марис я нашла тут диснеевскую кофту, но она не просто Диснея, она из Диснея, из Парижа. Я продала ее за $35. Штаны от Victoria's Secret Pink, которые недавно покупала на этой неделе. Юбка Adidas, которую на прошлой неделе я брала. Дальше у нас продалось. Нет, розочка не продается у нас. От Gymshark футболочка. Футболка от Florida Gators, тоже давно у меня лежит. И вот такие вот найковские здесь у меня леггинсы лежат. Да, Роза, время еще 7 утра нету, я уже на ногах. Сейчас все это буду паковать и поеду быстренько в Goodwill Bins посмотреть что-то новое. И потом у меня целый день буду тренинг дома делать. Так что нужно быстро все делать. Все, увидимся позже. Хочу вам показать быстренько, что вообще можно здесь найти, что здесь выпрашивают. Вот там, где одежда получается, книги, а вот здесь всякое барахло. Здесь можно найти клавиатура, детские игрушки какие-то. Здесь нужно быть осторожным, потому что здесь может быть побитое стекло. Интересно, пойдемте. Вот здесь посмотрим. Короче, здесь нужно рыться и нужно что-нибудь найти. Такие на Крисмас можно, кстати, покупать, уже начинать, и все будет продаваться. Что здесь? Самокат здесь, пожалуйста. И сумка Donna Karan New York. Я не буду ее брать, какой смысл она. Какая шкатулочка. Кошка, которой уже 115 лет. Какие-то, видите, всякие директивы, куклы, все, что вообще просто. Вы сами видите, что здесь происходит, что за сумка, что за фирма у нас такая. Urban, такой мы не знаем. Там какие-то свечки чьи-то. Здесь нужно в перчатках ходить, потому что здесь это рыться во всем. Вот. Тут же и для торта, видите, у нас микс. Еще один. Что только люди не выбрасывают. Они не смотрят это, потому что им доделают донейшн. Они просто сразу же сбрасывают это сюда. Вот. И ты никогда не знаешь, что ты здесь найдешь. Вот эта прикольная штучка. Я возьму такую. Потому что что-то с футболом связано. Я думаю, это будет интересно. Жалко, что нет упаковки. Ну, возьмем. Как раз таки в одной из таких. Вот этих динов. Ольга нашла вот эту сумку, которая оказалась сумкой, настоящей сумкой от Chanel. Так что никогда не знаешь, что ты здесь найдешь. Книжка. Видите? Что только здесь нет. Там все люди ждут, сейчас выносят новую одежду. А я, чтобы не стоять, покажу вам, что здесь есть. Вот здесь какие-то сумки всякие тоже можно париться найти, смотри. Там же внутри. О, обувь. Что за сумка? Сумок мне уже хватало должно. Если только, конечно же, мы не найдем с вами, вы знаете, какую хорошую сумку от хорошей фирмы. Это что за рюкзак? Это же непонятно. Потом в комментариях напишите, если что-то увидели вы интересное, что я не поняла, что я не увидела, не заметила. И потом я буду кусать локти и скажу, блин, там же лежало что-то такое, и я этого не заметила. Похоже на Веру Брадли. Вера Брадли козлочин. Хреново продается. Вот такие сапоги, смотрите. Резиновые, а то ли не резиновые. Что за фирма, интересно? Фирма Cape Robin. Кошмар. Видите, всякого здесь. Еще какие-то сумки. В сумках я уже пару раз находила деньги внутри, так что в сумках, когда вы всегда смотрите, вот смотрите, что я нашла. Нашла какую-то
салфетку. В прошлый раз Ольга презервативы какие-то нашла в сумке. Она такая тяжелая, как будто в ней что-то есть. Где только, не знаю, она сама просто по себе тяжелая. Сапог. Сапожище. Вот такой вот вам небольшой обзор, что здесь можно найти. В этом, кстати, где я сейчас нахожусь в магазине, здесь не так уж много всего. В Форт Майерсе намного больше барахла. И вот здесь идет, получается, у нас всякая одежда. Сейчас все будут набегать, накидываться на одежду. Ну, мои дома с пакетом покупок. Но прежде чем показать покупки, у меня в сети, кстати, не так уж много. Не знаю, иногда бывает такое, что настроение нет. Я хочу показать те футболки, которые были когда-то черные, что я с ними сделала. Помните, я говорила, тай-дай мой проект? Вот, значит, одна такая найковская. Обалденно она будет смотреться. Вот такие вот дизайн. Очень классно. Я сейчас их немножко обработаю, поглажу, чтобы они у меня были прямые, и сфотографирую. Я думаю, что они уже буквально через пару дней продадутся. Следующая вот такая вот фиолетовая. Помните, она была просто вот такого цвета. И вот такие вот у меня получились разводы. Вот эту футболку было тяжело красить. Какой-то, видимо, материал другой. И последняя найковская. У меня закончился блич просто отбеливатель. Поэтому больше я не смогла сделать. Следующая найковская вот такая вот с таким здесь, видите, узором. И сзади тоже вот такой вот сделан узор. Вот такие мои футболочки получились. Сейчас я вам быстренько покажу, что у меня здесь в пакете, чего я нашла. Я еще не доставала ничего. Нашла вот эти тапочки Ox, австралийские, которые, знаете, стоят такие $100, а использованные они продаются за долларов 30 как минимум. У меня такие уже были, я их продала. А эти прям в хорошем состоянии. Я думаю, можно за 40 их пробовать спихнуть. И они уйдут быстро, потому что сейчас как раз-таки подходящая погода. Так, здесь просто обычный пластиковый пакет мне понравился, я его решила взять. И кому-нибудь посылку отправить. Такой вот пакетик, не знаю даже откуда он. Тур из Франции, Made in Canada. Канадский вообще какой-то. Окей. Давайте я сейчас все вытащу и вам покажу, так удобнее будет, потому что мне одной рукой неудобно доставать. Немного, на самом деле, покупок у меня, но все равно. Видимо, я слишком такая стала, как сказать, требовательная. Раньше, если схватала все, то сейчас я избирательная стала. Вот как называется. Вот такая вилка и ложечка маленькие с футболом. Сейчас сезон футбола, поэтому взяла их. Они новые упаковки, сама упаковка. Нету ее. Нашла вот эти тапочки от Tory Burch. Шлепанцы вот такие вот. В отличном состоянии. Единственная проблема в том, что вот здесь вот она одна, это подошва, что-то отклеена. Я попробую купить какой-нибудь суперклей и присобачить это, попробовать отремонтировать. Посмотрим, что у меня из этого получится. Дальше купила вот такой вот номер на машину, как сувенир Florida Gators. Сколько такой номер стоит? Долларов 20, я думаю, стоит. Так что фанаты купят, не переживаю за это. Вот такая спортивная майка от фирмы RBX. Два галстука Peanuts называется. Они винтажные, вот с такими мультяшками. Там, жаль, я их взяла. Дальше нашла вот такую вот куколку. Она из какого-то сделана. Чувствуете? Новогодняя какая-то. И здесь написано, что она... Это какая-то Belinda N. Agnes Christmas Collection. В общем, не знаю, какая-то мне она показалась очень такой особенной. Вы знаете уже, что когда что-то особенное, слышите, сверлят, кстати, у нас-то. Ремонт идет, да. То я это беру. Такая новогодняя куколка. Я уверена, что она винтажная. Вот здесь это какая-то палка. Она вот так вот просто ставится где-то, как декорация. Нашла вот такой маленький кошелечек от фирмы Fossil снова. Как он? Кошелечек, да, для карточек. На ключи вешается, который... Все сумки Fossil, я нашла две. Когда ездили мы с Ольгой в Fort Myers, но я их еще не выставила. А, вот такая вот рубашечка от Tommy Bahamas. Она достаточно, скажем так, не дешевая фирма. А шелк это.
У меня была одна Томми Бахамас, но она так очень долго у меня продавалась. А это я взяла потому, что она такая очень прикольная мне показалась. Я думаю, что я смогу продать тоже достаточно быстро. Следующая вот такая вот футболочка. Написано Audi Sport Formula One Team. Я не знаю, что именно это, но она в отличном состоянии, можно сказать, новая. И сзади тоже, видите, Audi. Фанаты Audi купят. Дальше вот эта футболка посвящается всем фанатам фестиваля Фортуга. Фортуга — это фестиваль, который проходил у нас каждый год до того, пока не случился вот этот ковид. В апреле обычно он проходит. Это Country Music Festival. Так что все фанаты, кто был в 2016 году, у меня есть футболка для вас. И вот здесь вот написано, кто выступал, что за кантри-звезды. Все здесь написано. Такие спортивные шортики, обычные от Champions, ничего особенного. Вот это, так бы казалось, обычная такая черная кофта, да? Что я, думаешь, схватила? А схватила потому, что я знаю, что вот эта фирма Fabletic, что она продается, и у меня были такие обычные черные кофты тоже от них. И они продаются достаточно быстро, только потому, что это Fabletics. Взяла футболку, не знаю, она мне показалась такая необычная. Она еще новая, видно. Мне показалось, что она может продастся у меня такая. Следующая футболка тоже в отличном новом состоянии. Это Khalid, это один из, как он, певец или кто он, Free Spirit Tour. И сзади написано, мы видим, это был 2019 года тур. И здесь написано, где он выступал, что и когда. Фанаты этого певца тоже это купят. Victoria's Secret Pink, вот такие вот штанишки в хорошем состоянии. Шарфик от Pierre Cardin, кашемир. А нет, это не кашемир, это акрилик. Но все равно такой приятный шарфик Pierre Cardin. Новая тоже футболочка Bud Light, NFL, опять связано с футболом. Сейчас у нас футбол, я уже вам все мозги с этим про это прожужжала. И вот такая вот кофточка от Michael Kors, она мужская, ветровка такая. Она в отличном состоянии, я могу даже сказать, что она может быть и новая. Здесь у нас написано лого, здесь вот такой материал и капюшон, не знаю, дождя что ли, спасаться. И сзади вот она такая темно-синяя, она в отличном состоянии, мне кажется, она новая. И вот здесь у меня лежат салфетки, они тоже новые, на стол салфетки. Вот эти красные я хочу оставить себе, они мне понравились. Сначала я нашла вот эти, потом те. А вот эти можно попробовать выставить на продажу. Тоже они новые, с этикетками. На каком-то сейле они были за $1.80. А оригинальная цена, я не знаю. Думаю, что я их смогу продать. Не знаю. Сколько я не смогу продать? Вообще, я себе их хочу оставить, если честно. Ну и вот этот ремень, который я нашла. От Эд Харди. Там возле меня стоял мужик или женщина. Уже женщина, она видела, что я заметила это. Я когда взяла, она у меня из рук от него не вырвала. Конечно же, как в зоопарке точно. Вот такой вот прикольненький. Видите, Эд Харди. И все, что я нашла. Ну и эти сапожки. Сапожки в отличном состоянии. Сейчас я буду это все фотографировать. Плюс у меня еще есть вещи, которые я в прошлый раз не сфотографировала. Есть у меня еще вещи, которые вообще еще не выставлены. Это мне работа еще на целый день сегодня. Так что я думаю, будем сегодня прощаться. Роза, ну-ка иди отсюда. Хватит нюхать здесь мне. Иди отсюда. Иди. Go. Go, go, go. Go away, Роза. Go. I'm not playing with you now. Розочка. Розочка, розочка. Волосочек не мой, розочки. Нужно им вызвать этих парикмахеров, которые приезжали. Думаю, через какое-то время нужно сделать это будет. Да, розочка, нужно срочно тебя постричь. Пострижем, не переживай. Все, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем видео.